Гасло! Слава Ісусу Христу! Навіки слава, заходь! Первый-первый, Бандеровский подвал. Подтверди, съемка пошла? Да, запись идет. Все, отлично. Добрый день, друзья. Вы в Бандеровском подвале. В 2014 году я, Геннадий Махненко, пастор из Мариуполя, русский, этнически русскоговорящий, оказался бандеровцем. Ну, так же тому и быть, раз уж дело до того дошло. Теперь, пользуясь своим статусом пастора-бандеровца, я периодически загоняю пойманных нами людей в бандеровский подвал, и здесь мы их допрашиваем. Чтобы попасть в этот подвал, надо произнести гасло, с чем наши гости справились, поэтому, в общем-то, они и здесь. Позвольте мне представить. Руслан Пустовойт, я даже не знаю, как... Вот я, если что-то здесь не так, ты потом подправишь, хорошо? Он взял в плен 8 врагов. Раз. Из его тела, в одном из интервью писал, извлекли 63 осколка. Давай сразу уже. Правда, 63 осколка из тела? Да. Практически. Из одного твоего тела. Практически все было в ногах, в руках, в голове. До сегодняшнего дня во мне еще 4 осталось в колене и 2 в голове. То есть, это уже вечная память. 63 осколка извлекли и 4 осталось. Или это... 4 в колене еще до сих пор. 5 пуль побывали в его теле, по моей информации. Однажды, когда дело было совсем дрянь, он взял гранату и хотел подорваться, но... порвал губу, да, да, вот, да, было. Да, и таким образом сохранилась его жизнь, его оттуда вытащили. Глаза твои спасли тактические очки. Так точно, да. Очки разлетелись? Я их просто не нашел. Вот, собственно, легендарный разведчик Руслан Пустовойт сегодня в бандеровском подвале. И с ним его друг, с которым мы знакомы, так вот виделись несколько раз на бегу, Роман Бондаренко. Я думаю, что его представит непосредственно Руслан. Ну и поехали. Раз уж вы попали в бандеровский подвал... Ты мариуполец. Так точно. Русскоязычный. Мы оба мариупольцы, оба русскоязычных. Как вас занесло в бандеровцы вместе со мной? Как это случилось? Растолкуйте. Ну, давай начнем с того, что в 2014 году, все как только после Майдана, как бы у нас возникло... Ну, во-первых, у меня. Я буду рассказывать за себя. Да? Я всегда говорю такие вещи, что я могу говорить о том, что либо я видел, либо что-то я делал. Да? Поэтому скажу так, что для меня был большой стресс психологически по поводу того, что произошло, да, на Майдане с людьми. Я понимал реально, что я житель Донбасса, да, я русскоговорящий. Ну, выбачьте меня, так, что размовляю российским языком. Вот. А так, 9 мая был для меня уже окончательный прорыв в моем сознании. Как бы уже был... Для тех, кто не в курсе, 9 мая в центре нашего города, в День Победы, был бой. Началась атака на городской отдел милиции. Вот это, да. Убивали наших солдат и офицеров. И от этого реально плавились мозги. Так точно. До этого я был в Киеве, я был у Авакова, вот, и был такой Чалов. Заместитель Авакова, полковник, бывший СБУшник, да, вот, готовили документы, меня туда привела Масорина Елена, Таня Черновол, они были народными депутатами Верховной Рады, и вот, когда я приехал к ним, я говорю, надо что-то делать, у нас беда, надо, мне надо оружие, у меня есть люди, мне надо, тогда познакомили меня с некоторыми сотрудниками СБУ в Киеве, и попал я таким образом кабинет к министру. В общем, на меня была возложена задача. Я должен был как бы собрать батальон, создать. Назывался... Ты бывший разведчик. То есть, точно. Это для тебя не было новым делом. Нет, я прапорщик сбройных сил. Я еще служил в Советском Союзе. Там заканчивал школу Абвера в Литве. Кто знает, тот поймет, о чем я говорю. Звучит, однако, школу Абвера. Так точно, да. И поэтому я был прапорщик, как бы... Сам мастер спорта по рукопашному бою, любитель бокса. Позывной «Паук». Да. Я вычитал, что ты любил лазить, как мои бывшие беспризорные пацаны, по стройкам, по домам. По стройкам. И заработал этот так титул точно, «Паук». Да.
Вот. И я был отправлен с Киева на сформировать батальон. Тогда он должен был называться «Патриот». Ну, как вы понимаете, произошло 9 мая, произошло то, что произошло у нас в городе. Я непосредственно находился возле этого здания. Я вытаскивал с горящего здания полицейских, тогда еще милиционеров, которые горели. Да, и кричали: «Мы без оружия, спасайте». Там я забрал первый автомат. У сепаратиста вырвал с рук это, и есть видео в Ютубе, где мирный житель, я был в джинсовом костюме. Подожди, ты в джинсовом костюме так, вырываешь автомат? Да, бью негодяя в лесо, который стрелял в солдат наших, да, пацанов, которые пришли по команде. Ну, говорят, что бандеровцы, они страшные люди, что зубами разрывают. Понимаешь, я читал в Библии про Давида, который с пращой идет против Голиафа. Понимаешь, вот этот точно бандеровец был, потому что, ну как это, без оружия на человека с автоматом кинуться, отобрать автомат. Да, я сразу доложил в Киев после всего, говорю: так и так, я автомат забрал, что мне делать? Мне сказали: в бою заработал, это твое. Я говорю: понял, все. Сложу. Подожди, это не он случайно? Нет, это не он, это АК-105. А можно комментарии? Вот, понимаете, у меня здесь бывают разные в бандеровском подвале люди, но это первый раз, когда кто-то приходит со своим автоматом Калашникова. Можно потрогать? Можно потрогать. Смотри, я старшина пожарной роты. Я Калашников пару раз в руках держал и толком уже не помню, как эта штука работает. Поэтому на всякий случай ты все тут проверь, хорошо? Все проверю, все работает, все функционирует, все хорошо, да, можно трогать. О, Господи. По интернету гуляют страшные снимки, где я, пастор, с сыновьями, с оружием. Дорогие мои враги, позвольте вас порадовать новыми кадрами. Только под теми снимками в 14-м, знаете, что было написано? Владимир Владимирович, не надо. Давайте жить дружно. Но нас не услышали, поэтому некоторым сынам пришлось идти воевать добровольцами, а нам капелланствовать священником. Но я, можно честно, я благодарен Богу, что мне до сих пор не пришлось его брать в руки. Я никому не говорите, я курицу зарубить не могу. Я на самом деле добрый, и сыны знают хорошо, что батя добрый, но зато в интернете есть фото, где я стою, еще и, представляете, на бронежилете позывной «Злой» у пастора. Хорошо, но серьезно, что новенький, это наш отечественный? Это трофейный российский автомат. Хорошо, отобрал ты у него автомат. Это было 9 мая. Именно 9 мая. Кто-то из прохожих, там было очень много людей, да, пока вот это была суматоха, пока там это самое, я вырывал решетки, спасали мы людей, этих полицейских, они прыгали с третьего этажа, бились. Я кричал: остановитесь, но столько было дыма и огня, да. И я скажу так, что кто-то снял на телефон и выложил в YouTube: мирный житель бежит с автоматом возле ВД, возле драмтеатра. Как раз поймали меня в кадр. Ну, ничего страшного, это история, как бы это самое. Я ворвал. Я тогда в УВД со стороны заднего тыла, вырвали мы решетку, ее еле вырвали, спасали людей, я вытаскивал полицейских этих, выбивал двери, потому что дым уже был так, уже огонь горел. Я не думал, что я сгорю, как бы это самое, ну, я начал задыхаться, и поэтому я уже вышел назад. Я, как старшина пожарной роты, понимаю, о чем идет речь, что да, такое, и начал задыхаться. И это, там с той стороны стреляла Бэха двойка, стреляла по второму этажу, там были сепаратисты, там все горело, все взрывалось. Только что в руках я держал в моем офисе гильзу, которую в тот день 9 мая, горячие гильзы, вот идет бой, гибнут люди, но парочка моих пацанов, в том числе один из моих сыновей, бегали во время боя между сражением и собирали горячие гильзы. Конечно, я всыпал им по первое число за это дело. Это безумие. Мы сейчас вернемся с тобой к 9 мая. Я хотел, чтобы представил ты немножко своего друга, потому что мы, Роман, тоже Мариуполец. И тоже бандеровец. Бандеровец, бывший десантник, служил в 54-м и служит до сегодняшнего дня в 54-м раздельном батальоне разведки командиром взвода. Подожди, ты был военным до... Нет, не был. А, это уже во время войны. Был гражданским, потом служил. Он сам тоже спортсмен, сам боксер, служил в десантных войсках. Ну, немножко так за него, потому что я его знаю, он немножко скромный такой. У меня сержант, старший сержант. У тебя семья и двое деток. Так точно. А у тебя, Роман? Пока нет семьи. Молодой. У меня сразу к тебе предложение. У нас в церкви прекрасные девчата. Я тебе просто такие наколочки подскажу. Так что я жду тебя на богослужении в воскресенье. Я тебе просто... У меня уже в долгу несколько друзей моих.
тех, которые от Геннадий, по гроб жизни буду тебе обязан. Потому что я просто сказал, присмотрись. И поэтому отдельно мы еще вернемся к этой теме. Ты тоже, как ты превратился в бандеровца? Вот как это случилось, что русскоязычный житель Мариуполя оказался в моем бандеровском подвале и не в плену? Как это с тобой произошло? Вы знаете, наверное, в глубине души мы всеми были. Просто должен был произойти такой момент, когда ясность пришла в этом во всем. Ну, соответственно, конечно, когда увидели первые моменты, эти, которые начинались в городе, не смогли равнодушно к этому относиться, не могли просто так на это смотреть. И пришлось взять в руки оружие, так сказать, обеспечивать безопасность нашей страны. Вплоть до сегодняшнего дня этим мы и занимаемся. Я оставлю свои слова благодарности вам, бандеровцам, куда-нибудь под занавес программы. А сейчас немножечко вас поанатомирую. У тебя в списке и Саур Могила, и Иловайск, и Широкино, и несколько ранений. Вот это первая история с ранением. Когда ты несся на машине по минному полю, это было, чтобы это... спасти ребят, которые попали там где-то. Я расскажу в этот момент. Мы, группа наша, группа Грина, покойного Царства Небеса, это был командир роты наш, Сергей Шилов. Это был легендарный человек, это был человек души, сердца. Это таких людей единицы. Он был настолько нашим близким, он был нам и отцом, и братом одновременно. Это я тогда служил в 8-й роте. Правого сектора тогда еще была она, Арата, под командованием Андрея Герхерта Черня. И мы были перенаправлены в Гнутово, да, на укрепление. Наша развед, такая группа была с 8 человек, мы были отправлены туда и работать с 37-м батальоном. И тут, получается, Грин говорит, надо выставить секрет под Коминтерново в озерах, потому что, чтобы они не зашли к нам в тыл. Ну, был страх такой, потому что, ну, такое время было тогда, это начало 15-го года, и была ситуация. И туда отправлены были наши разведчики, это Фабер, Сад, Амур. Ну, вот, они были на озерах, а мы были как раз там такие... были дачи, и мы там, я говорю, давай я чай сделаю, а у меня как раз день рождения у мамы 2 июля 15-го года, я залазил на мачту такой, потому что связь не ловила. Там был роуминг уже 30 входящих, 60 исходящих гривен. Ну, российская уже там. Я помню это. Подъезжаешь к линии фронта глубоко в украинском тылу, и вдруг российский оператор. Да, 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 да. И все, я туда залез на эту мачту. Думаю, что почему ж меня не прибил, там никто не выставил. Там она такая длинная. Mm-hmm. Вот, ладно, залез, поговорил. Сергей на меня покричал. Говорит, паук, слазь ты, что, давай, это самое... Ну, и мы, я говорю, давай я сейчас чай заварю, там травки есть интересные, там это самое, разное, там малина, там это. Он говорит, ну, давай, мы с Коком как раз, хлопчик наш, начали эту травку. Тут где-то трых-трых стрельба, и автоматная стрельба, далеко так было. Ну, вроде все тихо, рация молчит, как бы все. И тут приходит смс-ка на телефон, что вступили в бой, нужна помощь. И тут никто не думал, как бы я это самое вообще, получается, я схватил каску, Кок прыгает со мной, мне первый раз, мне очки тактические, я уже столько на войне, как бы это самое, уже прошел такой жизненный путь, мы как бы с начала 2014 года мы по всему фронту летали в поисках оружия, там как оборванцы, то с теми, то с теми, попрошайничали как бы у всех, то нас те приняли как бы. Вот, то я со службой безопасности там задерживал народных мэров, ездил по городам, есть в Ютубе тоже видео много. Народного мэра Мариуполя ж ты брал. Точно, да. Ах, отдельно тебе респект за это. Да. Народного в кавычках, помню я это чудо в Перье. Вот, да, да. Ну и это самое, получается, я прыгаю за руль, Грин прыгает сбоку. Нас было 6 человек в машине, мы так вот забились, и куда? И на минное поле, потому что там по объездным далеко. А там минное поле, оно было так заминировано, что были наши столбики, наши отметки, мы знали. Я даже не смотрел, что эта каска болтается. Кок мне дал очки эти, я первый раз заходил, они такие здоровые, танковые очки, думаю, сегодня не надо. Ну, одел, вот что-то я не думал об этом, да. И все, и как раз, а наши парни вступили в бой, потому что группа заходила к нам в тыл. И они понимали, что рация не достанет, телефоны, алло, все деньги сожрал, и все. И они вот это вот отправили смс и приняли бой. А когда противник понял, что их мало, начал их брать в полукольцо. И мы тогда, как говорю, во время Великой Отечественной, мы часто это вспоминаем, высыпались шестером на поле. И вот так во весь рост начали преследовать их перестрелкой. Мы их зажимаем в посадку.
И они тоже паника. Можно такой вопрос? Я как человеку, который попадал под обстрелы много раз на капелланских наших, в капелланских наших буднях, но в атаку точно никогда не шел. Я... Что происходит с человеком в этот момент? Вот. Скажу так, то есть, вот оно, это же не кино снимают, да, это... Самое главное, это не терять чувство реальности. Мы в тот момент потеряли ее. Почему? Потому что, когда увлекаешься победой, а у нас была победа, потому что мы попадали, мы убивали, они падали, бросали, уходили, бросали все, рюкзаки бросали, снасти, и мы шли за ними в посадку, этого делать было нельзя. То есть, посадка – это была наша точка финала. То есть, когда мы ворвались в посадку, они поставили МОН-50, это противопехотная мина, она взорвалась от нас в метре. И вот это все, что было, все пошло в нас. Вот оттуда эти 63 осколка. Получается, что я был в броне, ага. А Фабер и Сад, они были разведчики. То есть, получается, Грин хотел все меня обогнать, я все его держал сзади. Серега, подожди. Наверное, лучше бы он тогда тоже получил ранение, потому что через 7 дней он там же погиб. И вот он там подорвался, и оторвало ему ногу, и он через месяц умер. Ну, получается, взрыв такой мощности. Я, ну, первый раз такое ранение, как бы это самое. Я делаю сальто, падаю, контузия, ничего не слышу, вакуум, бум, как будто перепонки разорвались, все в крови, глаза здесь все так разорвано, как кран открыт, кровь течет, не могу понять, я никогда не думал, что у меня в лице столько много крови, да, но как кран, вода вот так вот бежит, только кровь, я ничего не слышу, как пух, тишина, то есть я не слышу ни стрельбы, ни ничего, я смотрю, Фабер на четвереньках ползет, у него так кровь на метр, у него он держит рукой за голову, попала в артерию, кровь здесь, Сад лежит, у него оторвало пол ноги, вот тут мясо, Саша, все. Мне надо, позволь, я поставлю паузу, потому что я очень это, мне надо, Роман, надеюсь, у тебя не такие кровавые истории, расскажи, где воевал, потому что мне надо, моя психика ослаблена, я не могу все это долго, да. А ну-ка, где тебя поносила война? Ну, в ЗСУ я пришел уже в 17-м году, в начале 17-го года, и наша линия ответственности, линия фронта, это была станица Луганская, Кряковка, Трехызбинка, Крымская немножечко. Вот все это направление. Да. Все там. То есть, поэтому большую часть работы мы делали именно в этом направлении. Ну, тоже разведка? Да. Да, он же командир взвода разведки. Глубина разведки 54-го. Да. Группа, да, все как надо. Глубинная разведка. Так точно. У меня сынуха мой, один из моих приемных сыновей, рота глубинной разведки, 3,5 года на передовой, Павлополь, Нутово, там потом под Луганском тоже где-то был, 131-го. Вот это вообще мы с ними везде, это с 14-го года, да. Мы пересекались с ними везде, это такие славные парни, это унсосы, там пацаны, это вообще там, мы всех их знаем, любим, всем передаем привет. Сейчас еду на фронт проведать сына с капелланами нашими, еду на фронт и встречают, выезжают меня сынухи на хаммере этом убитом старом негокочем. Без дверей. С калашами, все. И батя, давай за нами, все, вот едем прям туда к ним. И вы знаете, такое жуткое, еду, и вдруг такая мысль дурацкая, думаю, сейчас кто-то выскочит из посадки, скажет, знаешь, как это, дубль сделать, скажет, пастор, вас разыграли, нет никакой войны, и сыны ваши не солдаты, и никакого фронта нет, и все это просто розыгрыш, знаете, как в этих вот всех шоу. Я еду и рыдаю, просто рыдаю, думаю, Господи, что вообще мы натворили. Причина этой войны, Роман, вот что ты думаешь, да? Причина этой войны, корень этой войны, вот ее природа, для тебя лично что это? Вот твой взгляд на это? Ну, мое мнение по этому поводу такое, что мы, люди, украинцы, начали немножко забывать, кто мы есть на самом деле. И я же говорю, как бы это ни было печально, больно признавать, что случились такие трагические события, но они должны были произойти. Должны были произойти хотя бы потому, чтобы мы наконец уже, так сказать, всю эту пыль себя струсили и поняли, кто мы есть на самом деле. Что мы свободный народ, мы имеем право жить свободно, выражать свое мнение и развивать нашу страну. Вот у меня такое мнение. А, Руслан, твоя точка зрения, корень войны, где, откуда его ножки растут? Корень зла – это
Российская империя. Объясню почему. Потому что мы, как сильная Европа, как сильное государство, мы не нужны никому, ни Европе, никому. Мы как вторсырье. Нас все хотят использовать. Потому что мы свободный народ, мы сильный народ. У нас плодородная земля, у нас шикарные леса. У нас все есть для того, чтобы Украина жила, расцветала, и мы помогали всем. Но мы никому не надо, потому что нас все хотят поработить всю жизнь. Вы посмотрите историю. Все нас. То Россия, то Литва, то Польша, то татары, то турки. Нас всегда все хотели уничтожить и заставить нас быть рабами всю жизнь. Поэтому имперские амбиции там Путина, и он, вот, все хотят договориться с ним. О чем договариваться с этим узурпатором? Никакого договора быть не может. Это агрессор, который пришел ко мне не в гости. Он пришел меня сапогами затоптать, забить, забрать мой дом, забрать мою семью, убить моих детей и жить. А кто останется сделать рабами? Я не понимаю, как можно с ними договориться. Я вам расскажу одну историю, которая произошла в феврале 2015 года. Под Широкино товарищ мой Фабер Сад и Грин, еще покойный, взяли в плен человека. Я его так буду называть, тоже есть в Ютубе. Привели его, прямо украли его на блокпосту у россиян. И привели его. А мы смотрим документы у него. Русский паспорт, русский военный билет, новые. Вот как новое, вот только я думаю, что такое? И мы разговариваем с ним, я говорю, слышишь, друг, а он такой наглый, но мы никогда не бьем, мы с пленными поступаем по-человечески, потому что для меня пленный... Вот за это мой отдельный капелланский респект. Для меня пленный – это человек, которого подавлена уже психика, подавлена воля. Если его бить, мучить, что ты хочешь доказать? Вось нож, дай ему нож, если ты хочешь доказать ему какую-то силу, превосходство вперед. А уже пленного пытать или что-то. Поэтому мы нет, мы сигарету, кофе по-человечески. Что ты? Как ты сюда как что получилось? А мой, когда меня спрашивают капелланы, вот ваша, о чем вы говорите с солдатами вообще, какая ваша цель? И я часто сжимаю это до одной, я говорю, знаете, вот моя самая большая капелланская мечта, чтобы солдаты моей страны остались людьми посреди ада под названием «война». И в расшифровке идет не издеваться над пленным, не насиловать, не грабить, не мародерствовать. Потому что если мы... А это же легко. Но вы же понимаете, на войне человеку легко превратиться в зверя. Только чуть-чуть попусти, да, и из тебя все... Поэтому отдельный мой респект за такую позицию. Я думаю, что здесь надо эти темные силы внутри себя тоже умудряться сдержать. Поэтому спасибо за это. Да. 7 минут. О, стоп, стоп, внимание. Как 7 минут? Ты что? Что ты так и кажешь? Какие 7 минут? Тільки 7 хвилин, а, минут, это москалики. Це що? В Бандеровском подвале у мене завелись москалики. Друзі, ви знаходитесь в програмі «В Бандеровском подвале». Мене звуть Геннадій Махненко, я пастор з Маріуполя. З 14-го року мене записали в Бандеровці. І сьогодні у мене в гостях два маріупольських розвідчика. Ну, как минимум, один из них легендарный, да и второй, судя по всему, тоже комвзвода разведки, тоже не шутки. Тут хлопцы у меня сегодня серьезные. Еще раз для тех, кто не понял. Руслан Пустовой, ты Роман Бондаренко. Руслан взял в плен 8 врагов, сейчас мы к этому доберемся. Из его тела извлекли 63 осколка и 5 пуль. Он гранату хотел взорвать себя, но губу порвал, и это спасло ему жизнь. Его вытащили, глаза его спасли, тактические очки, несколько ранений. И, Руслан, Роман, надеюсь, тебя пули миновали. Храни Господь, Боже. Храни Господь. Наша вечная молитва, чтобы Бог хранил солдат. И, кстати, можно подержать вот эту штуку? Конечно. Она настоящая? Да. О, Господи. Это не муляж, друзья, это у меня серьезные разведчики здесь. И история про гранату. 14-й год, 15-й, я приезжаю на передовую, командир, немножко выпивший, говорит, пастор, прости меня, заставили эти СБУшники, говорят, не будем разговаривать, пока не выпьешь. Ну, так подпитый командир подходит, ну, бывает, не то, чтобы там, ну, тогда было еще. Подходит и говорит, пастор, я тебя так уважаю, я, говорит, после войны буду, как ты. Я говорю, в смысле, в священники будешь? Я говорю, ну, в священники нет, но буду детям помогать, служить. И говорит, у меня тебе подарок. Достает из кармана, говорит, это такая граната, такая убойная сила. Только, говорит, вот за это не дергай, вот это не трогай, и мне в карман. И говорит, ну я это, пойду срочно, это тебе подарок.
И у меня ощущение, что он как раз вот это дернул, и вот это кинул мне в карман. Я уже совершаю последнюю молитву, считаю, до скольки там полагается. И в этот момент он уходит, и из-за угла выходит наш капеллан Альберт. И я стою такой, дурацкий, руки приподнят, он говорит, пастор, что с тобой? Альберт, в левом кармане моего капелланского пиджака, в левом кармане граната. Только я тебя умоляю, говорю, убойная сила. И, по-моему, он дернул за то, что не надо дергать. Так что вот такие бывают у нас фокусы. Ну, вы сегодня серьезно, тут вот, я аккуратненько буду, вот так, да. История с какая-то немыслимая история, 8 пленных. За раз. И я всем советую ее прочитать. Я к этой программе выложу обязательно ссылки с большим интервью, расширенным, где описана история. 8 пленных, как гусей. Пригнал. А там сказано, что ты полз. Их автоматы волок? Я их надел на себя, 8 автоматов. Да, сзади еще были... Вы ползли? Ну, они ползли на четвереньках, а я за ними. Я снял бронежилет, себя одел на первого. Потому что, говорю, там впереди, говорю, наши пацанята, говорю, там грузины, чечены, говорю, там, ну, чтоб ты получил. Подожди, еще раз. Ты взял 8 пленных. Они ползут по полю или на четвереньках идут. На четвереньках, да. Их автоматы висят на тебе. На мне, да. Ух, и зрелище. И ты свой бронежилет отдал первому из них? Конечно. А зачем? Ну, чтоб, не дай бог, там же если наши... кто-то лупанет первый. Получается, я же говорю, мы... А никто не... Я представляю, сколько миллионов роликов это на YouTube набрал. Ролик 8 пленных на четвереньках. Первый в твоем бронежилете, и ты с 8 автоматами. Эта история достойна отдельной программы, отдельного эфира. Но... Там был момент, который вошел в мою однажды пасторскую проповедь. Момент следующий. Когда ты шел в эту... Оказался, когда ствол был представлен автомата к твоему, не знаю, голове. Да, прямо напротив. Вот в этот момент в одном из интервью стоит фраза, крайне меня как пастора заинтересовавшая. Ты говоришь, что здесь Господь помог. На меня что-то нашло. Конечно. И ты, ну, я понимаю, что там могла проскакивать не очень христианская лексика в этот момент. Постарайся ее сократить и приблизительно, что ты заорал? Ой, не могу, я сейчас. Что так они убрали? Нет, да, в рамках христианского лексикона. Что можно было заорать на человека, который тебе ствол в голову направил, чтобы он опустил оружие и потом 8 его дружбанов взять в плен? Ну, получилось, их было 11. 11 там было, да. Но я-то не знал, что их 11. Я услышал шепот в посадке. Я залез в окоп к ним, а у них лежат мины в рюкзаках. Вот. Я же туда. Я снялся с предохранителя автомат и хотел отобрать кусты. Они такие высокие были, такая зелень. И думаю, сейчас я тихонечко. Оказывается, не тихонечко. Он стоит. И я, получается, кусты открывал. У меня только бах автомат. И я понимаю, что стоит в такой же форме, как я. Я в сепарской форме ходил сюда по посадке. То есть, ты как разведчик шел в их форме? Ну, конечно. И, получается, я столкнулся, а у меня такая борода, я... бандана. И я такой на него и понимаю, что я выстрелить не успею. У меня автомат вниз. А он вот так держит. То есть ему бам на кулок, а мне поднять, то есть не уклониться, ничего, то есть расстояние такое близко к нему. То есть первая мысль была, я даже скажу, это был не я. То есть, как бы, да, я тренируюсь каждый день, я готовлюсь каждый день, потому что противник, он тоже не дремлет, он готовится. Хочешь мира, готовься к войне. Поэтому в этот момент я просто на него заорал, как мама говорила, и ты на кого поднял автомат на чисто русском языке, если бы я был западной Украины, он бы меня убил, конечно. Потому что я размовлял бы украинскую мову, він би бах и все. А так получается, я на него и на него иду. То есть ты начал орать на него и пошел на него. Да. И он растерялся. Он растерялся, начал ходить назад, и в этот момент я зашел в посадку и прозрел. И там их стоит 11. А там они вот так, да, они сидят там с оружием, получается, здесь двое, здесь один. И что дальше? Пулеметчик. И получается, я зашел и все, я понимаю, что мне хана. То есть в душе я понимаю, что мне хана, я начинаю продолжать кричать на них, где кто старшей группы, где командир, где дозор. Это очень цивилизованный сейчас перевод. Ну, да, я так... того, что он кричал. Было, конечно, не гуманно, не цензурно. Я, конечно, бы, если бы я как пастор, я бы очень нежным, правильным языком, но я понимаю, что у разведки там свой язык работал. И они реально подумали, что ты свой. Они не поняли. Во-первых, я был в их форме, раз, во-вторых, я разговаривал на русском, два, и в-третьих, я так орал, как будто я какой-то.
какой-то чеченской команде. Потому что же у меня такая была борода, у меня как бандана, я ну какой-то. Они опустили оружие. Они опустили оружие, то есть и расслабились. Я выбирал цели себе и понимал, что мне делать, если что-то произойдет. Тут в этот момент сзади открываются кусты и заходят еще 4 моих разведчика с 54-го батальона разведки. Легендарные пацаны в мультикамах, в очках тактических украинских. С криком «Слава Украине!» Не, они заходят, все как будто так, все как будто все хорошо, все такие. И это говорит укропы. И я, ну, что ничего не делаю, да. Поднимает автомат, меня выстрелить. Я, ну, и тут уже я первый. Бах-бах-бах, короче, тут Белецкий. Мне кто-то рассказывал, Белецкий был там где-то рядом. Не тот Белецкий. У нас еще. У вас свой Белецкий. Да, я думал, да, откуда Белецкий был. Не-не-не. И мне где-то в интервью или кто-то мне, Альберт, рассказывал, что когда ты заорал вот в этот момент, что с перепугу даже и украинцы начали, бросили да. оружие. Не то, что бросили оружие, они начали падать на бок. Прости, господи, так, ура, говорю, да, сука, на пол. Это мы подпикаем чуть-чуть. Да. Я говорю, на пол всем это самое. И они тоже. Я говорю, назад, круговую оборону. Ну, да, все. Я уже мы коснулись сегодня истории с Давидом и Голиафом. И мой тезис, богословский, теологический, что войну выигрывает тот, кто более сильный духом. Что вектор духа на войне важней, чем вектор оружия, там, оружейной техники, технологии. «Война и мир», Лев Толстой. Докладывают генералы Кутузову. Завтра правый фланг наступает, там третья фаланга заходит, четвертая идет. Кутузов, это исторический факт, Толстой это описывает. Кутузов в этот момент сидит и засыпает. Как это трактует Толстой? Он говорит, Кутузов знал что-то, чего не знали молодые офицеры, что на войне все решит в конечном итоге не план, который здесь расписали, а какая-то невидимая рука, когда какой-то дух охватывает войско, и вдруг, казалось бы, в безнадежной позиции приходит победа, потому что духом оказались сильнее. С этим тезисом, вот, Роман, с этим тезисом можно его откомментировать? Вот что ты об этом думаешь? Тезис о том, что духовное преимущество на войне важнее. Наверное, я отвечу на этот вопрос. Почему? Потому что я сразу вспоминаю ту ситуацию, допустим, да, хотя ситуаций было очень много на войне, да, и очень много таких моментов, в которых просто жизнь должна была остановиться, а она почему-то как замирала, а потом бах, и все, как по-новому все. И в тот момент я скажу так, что, во-первых, сепаратисты были готовы, они сделали 3 группы, сделали по 11 человек в 3 посадках, они должны были, они знали весь наш план, знали наш маршрут, знали, как мы будем идти, и готовили нас запустить на поле, накрыть артой, мы побежали, бы и нас бы взяли в кольцо и просто собирали раненых. Мы бы проиграли. Но этот день Божья благодать была настолько сильна, настолько был дух сильный, я говорю, он сошел на нас. И это не передать словами. Потому что я был как Бог. Хотя это дело говорить нельзя, но это был не я. Да, я делал все так автоматически. Ты чувствовал какое-то божественное и, скажу, водительство так, этой процедуры. 100%, да? Да, потому что все мои техники, то, что я тренировался к этому, да, я был готов. Но мной как бы вот все водило, да, я скажу так, чтобы ключевой момент не твой, не прием, который ты отрабатывал в рукопашном бое, так сработал, точно. А сработало какое-то духовное вот состояние, да? И скажу так, что в этот день утюжили там все так, с утра, с 11 часов и до 12 ночи, там все перемолотили так, все пары, да. Но скажу так, эти 3 группы, которые, одну из них мы взяли полностью, да, там в перестрелке 3 убили, 8 взяли, да. Но скажу так, что в этот день не то, чтобы не погиб наш ни один боец, у нас ни одного даже раненого не было. Хотя там перемолотили все. Все пары так кружили, даже по рации, сейчас извини, по рации говорили так, без разницы, все туда бросьте, лишь бы укроп не ушел с пятака. Лишь тут надо будет тоже запикнуть чуть-чуть. Я, друзья, у меня сегодня не очень воцерковленные люди. Это не пастора, не епископа, это солдаты. И иногда проскакивает не очень, скажем так, воцерковленная лексика. Мы, конечно, как пастора за это делаем взыскание. Да. Но, знаете, на войне это может быть, я думаю, меньше из зол возможных на войне. Чего ты казав, москалик? Минут, 37 минут. У нас уже время вышло, вы понимаете, да, что творится? Еще есть о чем поговорить. До утра можем разговаривать. Гасло! Слава Иисусу Христу! Навеки слава, заходь!
Друзья, это «Бандеровский подвал». Меня зовут Геннадий Махненко. Я пастор из Мариуполя. Сегодня в гостях у меня два разведчика. Оба мариупольцы, оба герои этой войны. Оба мужчины с большой буквы, благодаря которым я укладываю спать своих детей. В буквальном смысле слова, за их спинами совсем недалеко. Потому что вот они воевали и в Широкино, и здесь рядышком у нас, да, по вот Гнутово, совсем рядом линия фронта. И из окон моего дома, кстати, мы обязательно устроим новоселье у Альберта, а потом и у меня, надеюсь, и мы нажарим мясо. Я червню, свинью обещал еще в 16-15 году. Ты представляешь, я до сих пор должен ему свинью. Передай ему, что я с меня долг. Да, с меня долг. Так вот, у меня из окон моего дома прямой вид на Широкино. Моему младшему сыну 12 исполнилось 2 дня назад. 5 лет, 6-й год он живет с видом на войну из окон. Поэтому отдельно вот мой респект вам как солдатам. Я благодарен от имени моих друзей, нашего детского реабилитационного центра, от имени моей церкви. Я свободно говорю, что я думаю, я свободно верю. За мою голову и моих сыновей, мы тоже в этих, я горжусь, я в списках рядом с сынами, в этих расстрельных их списках, да, прям вот мое фото, листаешь сынухи рядом, так приятно. Да, но я имею полную свободу верить, проповедовать, выражать свою гражданскую позицию сегодня в 20 километрах отсюда, вы знаете, эта свобода заканчивается. Для меня свобода – священная вещь, и вы те люди, которые помогают мне мою свободу и свободу моей семьи сохранять. Поэтому мой огромный отдельный респект вам. Эту программу будут смотреть разные люди. Аудитория, которая смотрит это, будут тысячи людей, которые смотрят, она разная. Вот есть люди воцерковлены, большая часть, наверное, воцерковленных, есть нет. Есть люди из нашей страны, есть люди из России. И вот я хотел бы под занавес, у меня немало зрителей из России. Что бы вы хотели сказать россиянам? Вот тем русским людям, кто включит эту программу где-нибудь во Владивостоке, в Тюмени, в Новосибирске. Что бы им хотели сказать, Роман? Ну, чтобы, наверное, если обращения непосредственно к ним были немножко почеловечнее, разбирались в информации, которая подходит к ним. Ну и вообще, человеческие понятия действительно никто не отменял. Это самые важные понятия в жизни. Вот, я думаю, если они даже сами разберутся в том, что происходит, то поймут о том, что правда на нашей стороне, и мы убиваем, выгрызаем свою свободу ценой жизни наших ребят. Поэтому желаем оставаться людьми и быть более человечными. Роман, я поиграю из себя в путинца, прости Господи, не на ночь будь, не к ночи будь помянутым, да, но... Ты действительно говоришь, что это не гражданская война? Что это здесь Россия причастна к тому, что происходит здесь? Да, можете нам поверить. Это действительно так. Тебе не по телевизору это сказали? Нет, это мне не по телевизору сказали. И ты что, своими глазами видел? Да, все верно. Ну, если у кого есть сомнения, позвоните Роману, он приведет вам аргументы, с которыми я уже перестал спорить. Я, знаешь, Роман, вот когда сейчас кто-то мне говорит, что а есть ли там российская войска, я говорю, знаете, есть два варианта. Вариант первый – вы идиот, вы глупец. Ну, просто интеллектуально, это есть, очень мягко выражаясь языком социологии, ограничено рациональные субъекты. То есть, я говорю, вы либо идиот, либо подлец. И дальше я добавляю, что лучше первое – это меньший грех, чем подлец, чем зная, что здесь происходит, вы просто нас как бы издеваетесь над нами. Да? Обращение к моим русским друзьям и врагам, которые будут смотреть этот эфир, от разведчика, пленившего 8 человек в один... А тебе правда, что тебе награду за это не дали, потому что ты был неофициально... Да, до сих пор. И героя Украины не дали за это? Нет. И вообще ордена никакого не дали? Нет. 8 пригнать, как гусей по полю. Так точно, с документами, с телефонами. И как мне сказали, ну что, ты же был незаконно.
Дайте, я не знаю, кто там сейчас у нас командует парадом, но, дорогая Украина, дорогие украинцы, я просто хочу сказать, я не знаю, где это еще, может быть, что-то подобное было, но когда восьмерых пленных пригоняет по полю, я эту картину представляю, я считаю, что это тянет на очень серьезную отметку от государства. Но вне зависимости от того, как на это реагирует государство, просто мой респект абсолютно. Это мужество, я не знаю, у меня no comment, что называется. Да? Итак, россиянам, твое обращение к россиянам. Вот ты можешь прям смотреть в камеру и что-то им сказать. Всем людям, которые находятся на той стороне, я скажу одну вещь. Если вы думаете, что нас можно победить, нас можно сломить, нас можно поработить, то вы глубоко ошибаетесь. Разберитесь там в своей стране с собой. Что могу сказать, что кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет. И мы это делаем каждый день. Мы защищаем свою землю, своих детей, свои семьи и свой дом. Так что всего вам доброго. У меня, я не предупреждал вас, но у меня тест на бандеровцев. Сейчас мы проверим, настоящего или нет. А ну-ка перевод с украинского на российский. Нестелепа. Недотёпа. Да ты смотри. Близко, неуклюжий, неповоротливый. Скажем, тепло. Хорошо. Тужавый. Неподвижный, я так это понимаю. Неподвижный, ржавый какой-то. Плотный. Ты был ближе. Хорошо. Неподвижный тоже плотный. Ой-ой-ой, тут мне надо прочитать правильно. Обыщица или обыщица? Обыщица, допустим. Хорошо, сдаетесь. Вещь или дело, не имеющее никакой ценности. Чвиря. Имя, что ли? Непогода, слякоть. Примлятыся. Наклоняться. Примлятыся. Поведением, разговором, манерой пытаться нравиться кому-то. Примлятыся. Ализоваться, да? Я вычислил. Никакие вы не настоящие бандеровцы. В общем-то, как и я. Но жизнь нас таковыми сделала. Позвольте еще раз поблагодарить вас, дорогие мои земляки. Я горжусь своим городом. Я говорю всегда солдатам на передовой, завтра будем по фронту весь день. Говорю, если кто-то вам скажет, что в Мариуполе за вашей спиной одни только сепары, от меня лично передайте, мягко я сейчас выражусь тоже, в капелланском языке я чуть жестче могу. Я говорю, передайте от меня привет, потому что мы очень благодарны каждому солдату, который стал между мной и моими детьми. Я молюсь, чтобы мне не пришлось брать оружие в руки. Я действительно, я старшина пожарной роты Московского гарнизона пожарной охраны. Вы представляете, я 2 года тушил пожары в Москве. Я вот теперь решаю сложную богословскую задачу. Может, не надо? Не надо. Может, лучше для человечества было, если бы оно там как-то... Позвольте мне вручить вам скромный подарок. Это книга о нашем детском центре Республики Пилигрим. За спинами вашими мы укладываем детвору спать уже 6-й год войны. И вот здесь есть эта флешечка. Здесь голливудский документальный фильм о нашей работе. Голливуд снял фильм. Режиссер с 3 номинациями на Оскар, «Пальмовой ветвью» в Каннах, с Брэдом Питтом в последней роли, Ричардом Гиром в предыдущем фильме, композитор с Оскаром за фильм о Марке Цукерберге. Только не пугайтесь, потому что если вы откроете эту флешку, первым фильмом окажется фильм «Russia Today», вы не переживайте. Этот «Russia Today» сняла 2 фильма о нас до войны. Они не понимали, что они снимают о будущем Бандеры. Впрочем, я тоже тогда этого еще не знал. Это небольшой вам подарок. Спасибо. Спасибо вам, браты, за все. Благословений семьям, родным, близким.
Роман, и ты помнишь, о чем мы договорились в эфире, как только соберешься свататься, сразу подходи, мы тебе такие кандидаты, лучшие девчата в этом городе, не хочу никого обидеть, но в церкви добрых перемен, 100%. Теперь уже не имею права по-другому. Спасибо. Хорошо, спасибо большое, друзья, это был Бендеровский подвал, меня зовут Геннадий Махненко, и у меня в гостях были сегодня невероятные боевые разведчики, я обязательно выложу сноски на большие интервью, их не вместить в рамки этого эфира, с Русланом. История каких-то немыслимых чудес. И мне приятно, как пастору, слышать, что там, в этих критических моментах, где он был в доле секунды от смерти, от трагедии, по его заявлению, Господь был с ним. Значит, не зря мы молимся за наших солдат. Вот так бывает. Спасибо. С Богом. Гасло! Слава Иисусу Христу! Навеки слава заходь!